Для того, чтобы утеплить старые деревянные окна, нужно сначала сбить старую штукатурку до кирпича на откосах и обнаружить, что между коробкой окна и между кирпичом у нас есть щель, была щель, вот, которая в этом месте сантиметр достигала, может даже немного больше. А с другой стороны окна тут даже 2-3 сантиметра. Вот. И с одной стороны оно было чем-то закрыто, какими-то вот такими соломенными штучками, местами. А с этой стороны вообще ничем. Вот из-за этого из окна дуло. Для того, чтобы избежать этого холодного места, мы проконсультировались с опытными специалистами в этой области и пришли к такому хорошему способу. Итак, для начала нам нужно найти старые польта, куски утеплителя, подкладок, ну, старые тряпки, вот, и купить асбест. Асбест — это гипс. Вот 5 килограмм, например. Вот. Смешиваем асбест с водой. Вот у нас такой раствор. Он вначале кажется жидким, но через время он начинает быстро твердеть. Поэтому не делайте много раствора, потому что, чтобы не выкидывать потом и не отковыривать от ведра. Вот. И вот таким образом мы размешиваем этот асбест. Можно даже руками время от времени его размешивать, чтобы он не твердел. Через какое-то время вы почувствуете, как он достигнет консистенции сметаны. Вот. И с помощью отвертки и вручную, а начиная снизу и поверх, и мы все закладываем такими тряпочками. Вот, подкладками тканей, всяких, ну, теплый, может, мех какой-то, старая шуба. Вот, и таким образом оно потом застывает твердо, и у вас получается теплое такое вот место. Даже вот под окном, где подоконник, здесь была огромная дырка. Неудивительно, что оттуда дуло. Вот. Так что так. Все, приятного просмотра. И утепляйте свои окна. Экономный способ. Пока.